С 4 по 7 мая школы республики не будут работать, а в детских садах организуют работу дежурных групп. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин. Напомню, в пятницу президент страны Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. Дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. Отмечу, что в Башкортостане также не будет работать, никто не будет работать 13 мая. В этот день мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам.